Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юли, четвертый на десять день. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие преподобного отца нашего Элия Монаха. В пустынях египетских Елий преподобный в монасих постническими просия подвигами и угоди Богу добры. Той от детства вдан быст в монастырь на службу Господу и во воздержании воспитан и в целомудрии наказан, кротости же и смирению научен, благодати Божия сподобися и чудотворение дар приял от юности своя. И ще бо отруку ему бывшу, егда посилаше се принести огън, взем горящи угли его одежду, приношаше к старцу и не опаляше се одежда его. Еже видящи братя удивляху се чудеси и желаху подражати чудному житию младаго отрока, старих святыню превосходяща. В некое время блаженни сей Елий, ходя един по пустыни, возжела ясти мед, и узре сот медвен изряден лежащ на камени, и разумев то быть и вражие коварство, нача сам себе укорять и глаголя. Отиди от мене прелестное вожделение, писано боесть, духом ходите и похоти плотские не совершайте. Я би отиди от места туго и в глубочайшую пустыню вшед, пребиваше в пущении, тело свое аки за невоздержание, алчбу и удруча и казня. В третье уже пущение своего неделю видя в пустыне по земле лежащие яблоки красные, иные садовние плоды изрядные, и то прелест быть и вражью познав рече. Не вкушу, ниже прикусну си часому от тех, да не соблазню брата моего, съест душу мою. Писано бо есть, не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе исходящим из уст Божиих. Постящо се же ему и четвертую неделю воздрема се мало и видя представши ему в видение ангела Господня и глаголюща. Востани, я же обрящеше предложенное тебе, без сумнение вкуси и укрепи ся. Он же воспринув, узре источник живые воды и окрест его зелие некое растущее благовонное и вкушению зело сладкое. Кусил бы от того зелья и от источника пи и прия крепост телу своему и извествуваше потом братьи, яко никогда же во всей жизни его случи се ему таковые наследите се пищи. Шед же мало оттуда обрете пещеру и вселив се в ней, прибей с некое время». Егда же естество телесно е нужния, требуваше пищи, преклонь колена по молисия, и Абия предлагаше се ему невидимой рукою хлеб чист и тепъл, и масличния ягоды, и различное овощие. В некое време пойде преподобни посетите в пустыни братью, скудости нужних пребивающую, несе им пищу от Богом посылаемых тому благ. Бывшеше ему в пути, и от бремени носимия пищи отягощенно сушту, узрел нагри по пустыни ходящи и пасущия ся, и возва к ним глаголя. Во имя Господа нашего и Иисуса Христа, да приидет сему един от вас и понесет бремя мое. Я би един от стада изряднейшио нагр со всякою кротостью к нему прииде. Он же бремя на него возложи и сам на него седе, и скоро достиже келии пустынних братьей и обвесели их принесенную пищею. Онагр же отпусти в пустыню. Пак и в иное время прииде в некий монастырь пустынный, в ден недельний рано и видев, яко не совершается в церкви служба, вопрошаше вины. Че со ради ден Господен оста си без службы? Рекоше же братия, яко презвите робон пол реки живый, не прииде к ним страха ради крокодила, явлюша го се в реце, и многие поедающи го человеки. Святей же рече к ним, аз ще хощете, аз иду, и призову вам пресвитера. Братя же рекоша, несть, да кто те превезет онамо, си бобояци приближите се к превозу оному страха ради крокодилова. Святей же Елий уповая на Бога и иде. Егда бис на брезе реки, призва име Господне, аби и прииде к нему зверь. Иже обикл прилучающие се ему человеки погубляти, той Божиим повелением праведному сотвори се превозником. С кротостью бойбоязнью прием света го на хребет свой, превезе через реку. И на оном брегу постави. Преподобни же скоро дошед до пресвитерово обитание, моляшето го да прииде к братиям. Пресвитер же не знае го, вопрошаше, кто есть и откуда.
Он же сказуваше себе недавно в монастир пришедша. Види же пресвитер блажен на го ветху одежду и многошвенно имуща, от словес же и благонравие човека Божия бъйтито го познавая, рече к нему: «Худо одежду телесною, доброю же и преизрядно одежду душевною имаше обрати». И в уста видяше с ним кообители. И когда придоше к реце небе, чим превести се им, рече преподобник пресвитеру: «Не сумни се, отче, Бог ныне нам абио готовает ладью». И возвав велиим гласом, призиваше к себе зверя-крокодила. Той же услыжав глас святаго, абия к ним прибысть, и кротко подстилаше им хребет свой, да взейдут на него. Преподобни же Елий сам первый на крокодила возшед, призиваше и пресвитера глаголя: «Взейди, отче, не бойся». Пресвитер же, видя в зверя, устраши се и бежа вспять. Братья же на другом брезе стоящи и смотряху на то чудо, како человек Божий приходит реконосимый крокодилом, и удивляху се тому с ужасом. Преподобни же реку приплыв и на бреги сшед, и зверя с собою извлек, рече к нему: «Уне тебе ест умрети самому, неже человеки многие смерти предавати и снедати плоти их». И абия крокодил пад изче. Прибъй изче Елий святый в монастире том 3 дни, получая братю богодухновенными словесы. Прозорлив же си, ведеше кой гож до помышления и прозряше всяка го совест, и кое муж до особи сказуваше чим, кто побеждаше ся. Иному глаголаше духом нечистоте и разпаляеме си, брате, иному же гневом разгараеше ся, иному же лакомством пленяеше ся, иному иною некоей страстью долеваемо бъйти сказуваше. Так уж да и добродетели иноков добродетелних, на пользу иных яве творяше нарицая ового кротка, ового праведна, ового терпелива, ового послушлива, ового же иною некои добродетели муща. Всех божитие и вся дела в тайне творимая, добрая и злая, откровенна ему бяху от Бога. И всяк от побеждаемых страстми сказуваше о себе так обайти, яко же Елий глаголят. И умиляху се сърцей своими, и житие свое изправляху. Подовольних же духовних беседах рече к ним отец преподобни: «Уготовайте трапезу, себостранни и братия прийти хотят». И уготовляемо и бъвши трапези, се пословеси свята го братия издалече грядущи в монастир в Нидоша, их же честно приеми и учреди в Елий святый, отиди в пустыню. Моляше же его един от юних братий да повелите му с ним пребивати в пустыни, и глагола ему святый: «Тяжко е с цие дело, брате, и много го труда требующи. Противо будяволских изкушений крепко стояти и много е терпети подобает. Брат же он и вся понести обещаваше ся. И приеми го святый повелето му в другой пещери жити». Бъвши женощи, нападоше на него беси перве и невидимо, скверними помислями уми го смущающе, таже и видимо страшними призраки. И устремише се на него давлюще и убите го хотяще. Он же из пещери избежав, тече к преподобному изказаемо беду оною. Старец же малый мисловесей брата отешив и в търпение вери утвердив, отведе его пак и в тую жде пещеру, и очертив перстом тое место окрест и знаменем крестним оградив, повелее му именем Господним въоружаващо се без страха пребивати. И живяше прочие брат он и в пустейни той невредими и бесовскими прилоги, сподобляя се таковые же невидимой рукой приносимия пищи, каковою и преподобни наставник его от Бога питаемый бяше. Достиг же святей Елий старости глубокия и много е чудеса судеев, представи се к Богу и мужу угоди, и причте се лико преподобних на небеси предстоящих престола Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, и муже слава, ныне и присно и во веки веков. Амин. Обретают се и еще чудеса Святаго Елия в жити святые мученици Евгении, месеца декемврия, 24-ти ден. Той же и месеца юния в 20-ти ден в жити Святаго Левкия изповедника воспоминает ся. Но неизвестно есть, един ли Елий той, и же и сей ныне положение или ин. Обоим имя едино, и времем ни се бъйте едино. Оба в египетских странах просияша. У обоих пишет се то, яко из детства в монастире воспитан бъсть, и в отрочестве са и угли горящие в одежде ношаше. То, че о разенстве изрице сие, яко той епископ бе Елиопольски,
Сей монах токму бъй ти пишеция. Епископство же го не воспоминаеция. Изволя юбо да прочтет с дей онамо и да разсмотрит. Мъй же ни двоих во едина го сливати, и же едина го в два разделяти дързающите църковному то разсуждение оставляем. Той же ден памет света го мученика Юста Римлянина, под властью триво на Клавдия воинствувавша го, и мужек да яви се на въздусе крест кристаловидни, абие верова во Христа, и раздаде имение свойнищим, яд обобъев и отигемо на Магнентия много за Христа мучен, огненным сужжением скончася. В той же ден памет преподобна го Унисима чудотворца из Кесарии Палестинския в Диоклетианово царство бившего. Конец жития преподобного отца нашего Елия Монаха.